Какой чудесный день! Не будем показывать конфиденциальную информацию. И мы поедем тусить! Вы готовы? Ой, то не вечер, то не вечер. Офигенно! Мне надо купить чупа-чупсы. Смотрите, какая ситуация на полках с чупа-чупсами. Есть вариант. Вот такой вот сандеповской карамельки. Есть ломаные петушки. Блин, вся коробка ломаных петушков. Вот такая. Вот такой вот вариант. В общем, дорогие друзья, было принято решение купить 300 батончиков в ассортименте, как сказала Маша. И из них будет 200 Milky Way, скорее всего. Сейчас мы будем тут пытаться все это... Вы представляете, как мне сейчас это будут пробивать? Я не представляю. Маша дала задание мне. Просто капец. Я почти приехала к Маше. Она меня попросила купить кучу шоколадок. Вот, на самом деле, сегодня мой первый полноценный выходной. Я выспалась наконец-то. И представляете, я, короче, просыпаюсь, и у меня в голове играет песня. Какой чудесный день! Короче, очень классное настроение. А всего лишь надо было выспаться. План на сегодня будет это тусить у Маши на выставке. Вот, вечером пойдем куда-нибудь сидеть, отмечать сие события. Вот эта розовая вывеска. Это как раз туда, куда мне надо. Я приехала на мероприятие Хэппик. Вот у ребят какой стенд с колясочками. И, в общем-то... Давай. Вот, короче, я на детском мероприятии. У Маши и с ребятами здесь целый стенд с колясками и со всем таким прочим. Планирую Маше еще сделать контент для Инстаграма, для предстоящего события, которое мы с ней организовываем. И буду вам показывать, что здесь будет твориться. Ну что, там Денис, лекция идет. Они рассказывают там. Пойдем со мной. Сейчас покажу. Давай. Чем я занимаюсь? Давай, давай. Я на английском, на самом деле, хэппи. А вон там рядом вокзал. И мы ехали на поезде в Сапсане. Да. Пойдем. Денис, какой молодец. Молодец. Маша работает в полевых условиях. Да, не будем показывать конфиденциальную информацию. О, как классно! Маша вот с Олей Маркес встретилась. Сухой вырезанная манго! Обалдеть! Спасибо большое! Спасибо, это то, что я люблю. Денис. Денис, как тебе пледик? Как мягкий. Мне все нравятся. Смотрите, какое я сейчас делаю для детей. Солнечного зайчика. Раньше мы брали у мамы зеркальца, а сейчас вот специально вырезают. И зарабатывают деньги на бедных родителях. А вот и я.
номеру телефона можно оплатить обед. Все, я поела. Сейчас покажу вам место, в котором проходит мероприятие «Даниловский пол». Очень-очень крутое. Впервые здесь. Вот, смотрите. Очень светло, много дневного света. Вот там вот проводят лекции. И внизу тоже, где вот шторы, там тоже проводят лекции. Можно прийти повязать, например. Можно порисовать открытки. А можно порисовать на деревянных магнитиках. В общем, мы сейчас Машу сфоткаем, розыгрыш 17:30. И мы поедем тусить! Тусить, 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 тусить! Обналичишь? Обналичишь недорого. Нет. Нет? Нет. Ну, 3000, правда. Смотрите, открываешь. Во-первых, мне не нравится, потому что здесь аист. Моя фамилия Бусел строится как аист. На секундочку, друзья, если вы не знали. Вот, и здесь склеена карточка. Все супер стильно, модно, молодежно. Смотрите, как красота. Сегодня полно детей. Полно детей. А ты самый взрослый здесь? Да. В общем, ребята, вам лайфхак. Если покупаете цветы, а они в уродском горшке, берете крафт и делаете дизайнерский горшочек, обматывая не дизайнерский горшочек крафтом. И самой простой бечевкой перевязали. Посмотрите, как супер стильно. Кстати, мне кажется, мне идет такой стиль, нет? Так, и себе не стишь. Ой, то не вечер, то не вечер. Это винопластовый шар. Да. И у нас футболка. Готово, посмотрите. Аня, очумелые ручки просто. Так, и сейчас, я правильно понимаю? Да, ты правильно понимаешь. И мы надеваем на... Ты вот так вставляешь. Боже мой! Класс! Вы готовы? Да. Собака из фасоли, может быть? Из камешек. Из камешек. А эта собака из солдатиков. А-а-а, блин, офигенно. Офигенно, скажи. Офигенно. Ребят, короче, я всем абсолютно рекомендую ресторан The Waiters. Он находится в районе Дубининской набережной, Дубининской улицы. В общем, здесь будут официанты, поют классные песни всякие. Вот, кстати, начинается...